Привет, это канал I Like Pet. Я Таня. Удочка, мячик, шуршащий пакетик и одеяло. Думаете, эти предметы ничего не объединяет? Вы ошибаетесь. Все эти вещи могут стать отличными помощниками во время игр с кошкой. В этом выпуске мы расскажем вам интересные идеи для игр с мяукающим питомцем дома. Игры – отличный способ общения с кошкой. Питомец развивается умственно и физически, а вы замечательно проводите время рядом с ним. В какие игры можно поиграть дома с кошкой? Какие задумки могут заинтересовать любимца? Давайте разбираться. Итак, представляем вам 5 интересных идей для игр с кошкой дома. Большинство кошек, ничуть не меньше собак, любят играть с мячиком. Причем касается это не только погони за этим круглым предметом, но и даже команды «принеси». Некоторые породы кошек с радостью обучаются команде «апорт» и приносят хозяину брошенный им мячик. Главное, чтобы мячик подходил кошке по размеру и был выполнен из качественного материала. Кошки обожают игры с удочкой, небольшой палочкой, на кончике которой закреплены разноцветные ленточки или перья. Такой предмет для игр можно сделать как самому, так и купить в зоомагазине. Попробуйте быстро и резко поводить удочкой перед кошкой, и вы удивитесь, как быстро питомец втянется в эту интересную игру. Кошки обожают шуршащие предметы. Используйте эту необычную любовь мяукающих во время игр. Попробуйте поиграть с кошкой самодельной игрушкой из скомканной шуршащей бумаги, либо положите любимую игрушку кошки в картонный пакет. Мяукающий друг с удовольствием достанет из шуршащего пакета любимый предмет. Если вы хозяин очень энергичной кошки, то вы можете попробовать поиграть с вашим питомцем в догонялки. Часто очень подвижные кошки начинают носиться по дому, стараясь выплеснуть накопившуюся энергию. Попробуйте не ругать питомца, а присоединиться к его игре. Только играйте с кошкой в догонялки аккуратно. Помните о том, что мяукающие очень нежные существа. Также не забывайте время от времени давать кошке возможность погоняться за вами и догнать вас. Для игр с кошкой можно использовать одеяло. Просуньте руку под него и двигайте ей. Кошка обратит внимание на необычный двигающийся предмет, будет следить за ним и в конце концов попытается поймать такую интересную мышку. Итак, мы перечислили 5 идей для игр с кошкой дома. Включите какую-нибудь из них в план вашего вечера, и ваш питомец будет вам за это благодарен. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!